Здорово, здорово, народ, канал Северфокс. Сегодня топаем на реку Десну, район Девятская. Взял с собой фидер Firewolf, мифайновский, китаец. В росте 3 метра, взял 5-метровку, обычную поплавочку. Оснастка будет 3 грамма, ловить буду на опарыша и мотыля. Прикормка своя, там чуть-чуть вчера подшаманил. Не знаю, что из этого получится. И не знаю, дойду ли я до того места, куда я хочу дойти. Сейчас все раскисло, утепель. Глобально синоптики больше морозов не обещают. Вот, дороги все раскисли. И до того места, куда идти, там довольно-таки порядочно. Километр полтора, наверное, пешком. Получится, не получится, посмотрим. Ну, в принципе, все. Погнали, сами все увидите. Я просидел, наверное, минут 40. Что-то было две поклевки на удочку. Но фидер молчит пока. Три раза перезабрасывал, покормил. Ну, что-то без перспектив. Сейчас еще, наверное, полчасика посижу. Буду перебегать на другое место с более ровным течением. Пока тишина и ничего интересного нету. Как, в принципе, я ожидал. Потому что идея довольно-таки авантюрическая. Место ловли. Сейчас вот закинул фидер, начал ловить проводку на мотыля. Очень-очень много поклевок на выходе из ямы. Ямку такую небольшую нашел. Поставил фидер. Фидер молчит. На одну из проводок вот удалось поймать одного речного бойца. Елец. Я думал, его здесь нету, а оказывается, и он здесь присутствует. Ну, сейчас мы его отпустим. Вот такой вот это. Рыб. Сейчас пойдешь домой. Ребят, посидел я на этом месте, где поймал ельчика. Сейчас иду в последнее место, в крайнее, за сегодняшнюю рыбалку. Это небольшой такой перекатик. Сейчас попробую плыть там в проводку на мотыля, на поплавок, соответственно. Ну, это, наверное, на сегодня все. В оконцовке вот три места перепробовал. В одном месте только поймал ельчика. Много поклевок, поплавок много жмет, но как-то очень аккуратно. Вот. Время близится к обеду. 11 часов уже. Ну, в принципе, наверное, сегодня хватит. Сейчас вот чуть-чуть попробую и все. Посмотрим, что там будет, не будет.
Немножко топаю домой. В оконцовке половил немножко по порогам, по перекатикам попробовал. Вот. Не видел ни одной поклевки ни на мотыля, ни на опарыка. Ближайшую неделю видео, наверное, не получится заснять, потому что уезжаю по делам в область. Вот, потопал я домой. Готовлю шпроты из окуня. Всем добра, спасибо за просмотр. Всем всего самого лучшего. Пока-пока.